Все вы прекрасно знаете такую передачу, как «60 минут» и великолепного ведущего Евгения Попова. И вот, сегодня мы вынуждены сообщить новость, от которой невозможно сдержать слезы. Как бы ни печально было это признавать, но за последние несколько месяцев мы попрощались с очень многими яркими артистами, которых зрители, конечно же, могли запомнить еще по работам в советских фильмах. Они успели сделать себе имя и ушли легендами. Сегодня вечером сообщили, что от нас ушел тележурналист, ведущий. Большую популярность приобрел после того, как стал ведущим передачи «60 минут», в которой работает вместе с супругой Ольгой Скобеевой, Евгений Попов. В последнее время журналисты и телеведущие стали пользоваться большой популярностью. Нельзя сказать, что эта профессия раньше была не востребована, но сейчас она стала очень актуальной. Эта работа достаточно сложная, а иногда и опасная, и это очень хорошо известно Евгению Попову, одному из самых популярных ведущих в России. Он знает, как расшевелить зрителей и участников, а также ему хорошо знакома ситуация, когда накал в студии зашкаливает, а дискутирующие стороны продолжают гнуть свою политику. Дорогие зрители, мы благодарим каждому из вас за слова поддержки и соболезнования, ведь в это непростое время как никогда это важно. У человека и туристическое агентство, и одна большая книга, где очень много разных глав, все интересные, потому что все разные, каждый раз ты делаешь новую тему, и это всегда интересно.